Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Достаточно долго я не делал новых выпусков, но по определенным причинам я писал книжку про танцы по заказу издательства «Эксмо». И я надеюсь, в сентябре-октябре она выйдет, и вы сможете ее прочесть и убедиться, не зря я делал перерыв в своих выпусках или зря. Ну а сегодня я бы хотел порассуждать на такую тему, как выбрать хорошего преподавателя танцев. Этот вопрос мне часто задавали в разное время ученики, либо он так или иначе всплывал в социальных сетях, и я предлагаю вместе порассуждать на эту тему. Ну, во-первых, чтобы понять, как выбрать хорошего учителя танцев, нужно, наверное, ответить себе на вопрос «Зачем?». Зачем нужно выбирать хорошего учителя танцев? Я бы провел аналогию с врачом, с докторами. Вы не пойдете лечиться к плохому специалисту, к дилетанту, проктологу, мамологу, урологу. Наверное, вы будете искать хорошего специалиста через знакомых своих знакомых, потому что хороший специалист, во-первых, объяснит вам причину вашего заболевания, во-вторых, назначит лечение, которое будет направлено на решение вашей проблемы, подскажет профилактику, как построить свой режим, чтобы этого больше не повторилось, и, что немаловажно, сэкономит ваши деньги, потому что порядочный врач будет прописывать вам именно те лекарства, которые будут бороться именно с этой проблемой. Не секрет, что сейчас век коммерции, коммерциализации медицины. Многие доктора заключают контракты с фармакологической фирмой и лечат именно этими препаратами этой фирмы, достаточно дорогими, которые оказывают положительный эффект, но минимальный. И вам приходится их покупать. Так вот, аналогия с доктором, она похожа. Единственное, в танцах у вас положительный или отрицательный эффект будет более отсроченный. То есть, если вы неправильно делаете трюки или поддержки, у вас будут проблемы со спиной. Если вы неправильно или чрезмерно тянете свои ноги, спину, у вас могут возникнуть надрывы связок, разрывы мышц, у вас могут болеть колени, если вы неправильно или чрезмерно перегружаете свои ноги, и так далее, и так далее. Поэтому вопрос выбора хорошего преподавателя танцев актуален. А кроме того, есть еще один аспект психологический. Если вы попадете к непрофессиональному преподавателю танцев, то, возможно, он нанесет вам психологическую травму. И вы мало того, что не полюбите именно это конкретное направление танцев, может быть, у вас возникнет отвращение вообще к танцам на всю жизнь. Поэтому в вопросе выбора своего преподавателя нужно быть внимательным. Итак, с чего начать? Я предложил бы 5 критериев для среднего и начинающего уровня. Вот этих вот 5 критериев будет вполне достаточно на начальном и среднем уровне для выбора хорошего преподавателя. Первое, самое очевидное, это посмотреть регалии. То есть чемпион мира, чемпион Европы, чемпион того, чемпион всего. С одной стороны, это не показатель уровня преподавателя. Это показатель уровня танцора. Но это говорит о том, что человек танцевал, чего-то знает, чего-то умеет и, возможно, сможет этому вас научить. Это, правда, не самый важный критерий. Я предложил бы не акцентировать на нем наибольшее внимание, потому что рейтинг можно себе приобрести, участвуя в слабых турнирах с небольшим количеством соперников.
И поскольку сейчас век коммерции и коммерциализации, мы с вами большие мальчики и девочки, мы понимаем, что места можно просто купить. Но, тем не менее, это определенный показатель количества мест, медалей, кубков, рейтинг. Поэтому я предложил бы рассмотреть его первым. Второе. Я предложил бы найти видео этого преподавателя, видео его танца, и посмотреть, как он двигается. Я думаю, это несложно сделать, найдя в сети одно или два видео. Это, правда, тоже будет не показатель уровня преподавателя. Это будет показатель его уровня как танцора. Причем человек, танцуя какие-то уличные танцы, может вообще не иметь никаких титулов. Он может быть ни чемпионом мира, ни чемпионом Европы. Но тем не менее, если вот вам нравится его танец, как он двигается, и вы хотите двигаться так же, это повод для того, чтобы пойти к нему учиться. Следующий критерий, третий, более близкий уже к адекватной оценке преподавателя, это найти не столько его танцы в сети, сколько его обучающее видео, если оно есть. Посмотреть, как преподаватель говорит, насколько понятно он разбирает ту или иную фигуру, и попробовать эту фигуру выучить. И вот если вы, просматривая видео, перекладывая эту информацию на себя, достаточно легко понимаете, о чем речь, то это уже повод задуматься и сделать следующий шаг. Прийти на открытый урок к этому преподавателю. На открытый урок нужно сходить обязательно, потому что вы должны посмотреть манеру общения, эмоциональную обстановку, вы должны посмотреть харизму этого преподавателя, насколько вам комфортно, некомфортно заниматься в этой группе. И вот если вы понимаете, что вам нравится эта обстановка, вам комфортно с этим преподавателем, то это тоже достаточно серьезный повод задуматься о том, чтобы выбрать именно его, именно этот клуб в качестве своей школы танцев. Но самое важное из этих пяти критериев, на мой взгляд, это посмотреть то количество учеников, хорошо танцующих учеников, которые занимались у этого преподавателя. Походить по дискотекам, поспрашивать вот те люди, те пары, которые вам нравятся, у кого они занимались. И если в их ответах часто будет фигурировать одна и та же фамилия, у того, то вот это самый важный показатель, и это повод задуматься о том, чтобы действительно всерьез решиться и пойти заниматься именно к этому преподавателю. Это первые пять основных критериев для выбора хорошего преподавателя. Теперь давайте поговорим о не менее важных, но более продвинутых критериях в выборе преподавателя. Единственное, они будут актуальны для уже учеников среднего и продвинутого уровня. Первое. Наверное, вы часто замечали, что некоторые люди занимаются саморекламой в социальных сетях. Выкладывают фотки, видео, бесконечные посты, в которых сквозит «я». Ребята, это иллюзия востребованности. Вместо того, чтобы заниматься саморазвитием, вместо того, чтобы двигаться вперед и отдавать эти знания, человек занимается рекламой себя. Внимание, мы преподаватели танцев, мы все занимаемся рекламой своего направления, поскольку мы вынуждены зарабатывать, платить аренду зала и кушать. Но реклама направления, популяризация танца и реклама себя – это разные вещи. И вот если человек не говорит громко о себе, за него говорят его ученики. Если он, оставаясь в тени, делает свое дело, то вот это, наверное, один из показателей второго, более продвинутого уровня хорошего преподавателя. Все-таки реклама себя – это иллюзия востребованности, это подмена реальных действий, реального развития. Я бы предложил на это обратить внимание. Второе.
В наш век лжи, или, как сейчас принято говорить, толерантности и политкорректности, честность преподавателя, его порядочность – это очень хороший показатель. Что я имею в виду? Если вы занимаетесь много лет танцами, и результата у вас нет, вы находитесь примерно на одном и том же уровне, то, наверное, это повод задуматься. Конечно, второй вот этот вот показатель, он будет актуален по отношению к продвинутым ученикам, поскольку, ну, не может преподаватель на начинающем уровне сказать ученикам, ну, типа, что вы сюда приперлись-то, вы же танцевать не умеете? Да, мы не умеем танцевать, поэтому сюда и приперлись учиться. Но когда человек начинает заниматься в старшей группе, когда человек начинает заниматься индивидуально, то преподаватель должен очень четко и конкретно давать ему задание и объяснять его проблемы. Допустим, у тебя, Сережа, зажатый верх. Тебе нужно его больше расслаблять, и тогда у тебя будут более свободные линии, более амплитудные. Вот правдивый и честный подход преподавателя к ученику, не замалчивание проблем. Знаете, как некоторые говорят, ну, ничего-ничего, все хорошо-хорошо. И через год, ну, ничего-ничего, все хорошо-хорошо. Вот это показатель того, что, скорее всего, вы заслужили это отношение, хорошее отношение к себе преподавателя, и это показатель честности и порядочности преподавателя. И третье, это очень сложное философское определение, очень сложный философский критерий, на мой взгляд. Хороший преподаватель способствует популяризации именно этого танца, именно этого направления. Он создает некую положительную атмосферу на своем занятии и в целом способствует гармонизации вашей картины мира. То есть вы, приходя к нему на занятия, замечаете, что у вас вдруг становится хорошим настроением. Преподаватель подсаживает вас на себя. И со временем вы замечаете, что вы начинаете мыслить его категориями, говорить его словами, и ваша картина мира начинает меняться. Причем, естественно, она начинает меняться положительно. И вот это очень важно. Это очень хороший показатель уровня преподавателя, его глубины. Несмотря на то, что я танцую и преподаю много лет, я сам до сих пор беру уроки, хожу на группы, и этот вопрос, как выбрать хорошего преподавателя, естественно, я тоже задаю себе. Но мне проще. Во-первых, я учился в Институте физкультуры, и у нас были основы анатомии, физиологии, биомеханики. И вот когда я чувствую безграмотность человека, когда он не понимает устройство позвоночника, суставов, как мышцы крепятся к костям, то для меня это пунктик. Для меня это повод не доверять человеку в силу того, что он может научить чему-то не тому, либо нанести травму. Второе, я занимался хореографией, и я вижу визуально какие-то ошибки, задранные плечи, неправильную терминологию, допустим, когда человек из раза в раз повторяет «тяни носок, тяни носок, тяни носок», хочется взять и подтянуть носок. Потому что в хореографии мы все-таки тянем стопы, тянем пальцы, но не носки. И третье, я кроме танцев интересуюсь много чем. Мне интересны разные вещи, и вот когда я прихожу к преподавателю и начинаю с ним заниматься, иногда я с первого занятия чувствую глубину, вот такой бездонный колодец, из которого можно черпать, черпать и черпать. Это очень подкупает. С некоторыми из своих преподавателей мы начинаем общаться, со временем становимся друзьями,
Причем я надеюсь, что общение идет не только в одни ворота, потому что я пытаюсь отдавать им долги. Я рекомендую их и эти школы своим ученикам, кто хочет развиваться. И во время нашего общения я надеюсь, что не только я беру какую-то информацию, но и они из меня чего-то черпают и черпают. Поэтому думайте, ищите, находите и развивайтесь именно в такой последовательности. Если вам помогут мои советы, то я смогу заочно считать себя вашим учителем.